Звездочка? Ой, у нас дождь. Всем привет, доброе утро. Мы пошли с Макой гулять, и у нас дождь полил. Смотрите, что у нас с Рафой. Ага, так она тебе и показала. Она, короче, вся грязная, вся довольная. Играли почти целый час с собачкой. Собачкой, там 38 было. Пошли в магазин. А? Что покупать будем? Ой, все, что лежит на полке. Все. Знаешь, такое вот, все, что лежит на полке. Да, очень довольный. А мы там зашли вот в этот лес чуть-чуть, вот, и там лабрик встретился мальчик, и все у нас засосало в самый лес. И мы ушли со всеми играть. Там их столько много было, ну штук 15, наверное, точно. Бигли, да, они называются? Да, бигли. Бигли очень тут актуально. Очень много таких собачек. И, кстати, Рафочке бигли очень нравятся. Они как это, за добычей Рафочки. Они такие маленькие, хорошо у них это... Ловить. Да, ловить добыча. А купили мы немного помидор. 2,5 килограмма. Родные просторы. Вот такие с кокосинкой. Сметанку нашу любимую. 2 упаковки морковки. И тунец кусочками в масле. СК. А еще мы вчера детям вот эту штучку купили. Для мазь и для Рафы. Витаминчики. Сейчас будем родные просторы пробовать. Всем приятного аппетита. Мы приготовили тунец с макаронами из твердых сортов. Будем пробовать. Ой. Сколько времени прошло? Мы тут очень много. Уже и покушали, и покушали. Прибираемся и смотрим фильм. 17:14. Посмотрели мы фильм в... Чё? Как называется фильм? Я забыл как. Фантастика. Нормальный, чё ты? Фильм для фантастики. Дыши во мгле. Дыши во мгле. Как тебе фильм? Вот этот вот, с такой картинкой. Ну-ка, фокус. А чё он так не... Во. Вот этот. Фильм просто вообще убойный. Я он выбирал. Такой классный. Вот я его так сначала включила, что-то фу, что-то такое смотрели. Ага. А потом, и все, такой классный фильм вообще. Да, теперь сейчас второй фильм выбираем. Сегодня фильм посмотрим. Он мне сказал, что он прям вообще прям такой страшный-страшный. Но... Не, он нормальный, спокойный. Да, просто там очень смысл глубокий. Этого фильма. До последней минуты. То прям вот так держит тебя за штаны. Сейчас мы смотрим. Дети спят, а мы смотрим в трейлер и будем второй фильм смотреть. Mm-mm. Не будешь? Ой. Где фокус-то? Все, мы посмотрели фильм «Хижина». Фильм... Никто не знает, что мы его смотрим. Так-то. Ну, фильм называется «Хижина». Начни с этого. Зайчка плачет. А мне фильм понравился. Да. Очень такой нежный, нежный, нежный. Да? Ну, такой. Да нифига не нежный. Не, ну, глубокий такой. Ну, да. Мои. Я тогда никогда не плачу, когда я не смотрю. Это я выбирала. Еще вечность я не чисто разума не смотрела. Это вообще бомба. Посмотрите обязательно. Вообще тяжко. Ничего. Я сейчас не заплачу.
Мне даже так над детьми издеваться. Там мистические события происходят главного героя. Надо смотреть, так нельзя рассказывать. Не поймете, надо. Дай себе все прочувствовать. Ма, как у нас в туалет хочет? Походу. Уже, чёрный, уже. У нас уже давно стемнело. Где моя резиночка была? Ничего нет. Я ее на уши одеваю. На чё? На уши. Тебе тогда зачем на уши? Не знаю, я как-то мешалась. Обязательно посмотрите этот фильм, я вам советую, прям вообще классный. Называется «Хижина». Вот сколько мы там уже... По-моему, сколько у нас? Око-то 2 месяца, да? А? Я говорю, око-то у нас уже 2 месяца, мы как включили-то? А ну, купили-то. Ну, око 2 месяца уже, да? Ну, да. Ну, вот, я вообще не пожалела, что мы его это взяли. А там, блин, такие фильмы, и вот эти, какого 19 века, да, вот эти тоже вот. Про всяких этих вот, там столько в них смысла, что вообще аж голову сносит. Это не то, что вот, знаешь, вот которые ты тупо просто выбираешь и так вот в шарамане скачиваешь, вот да? Сколько хорошая. Да, тут они все такие прям аж, прям в самое сердце. Вот, сколько там? А чё Кинопоиск, 6,4, сколько у него баллов-то? Да. Оценка какая? 6,4 всего. 6,4? А самый максимум какой? Десятка, наверное. Десятка? Да я бы уже бы 20-ку, бы, вот сотку бы поставила. Ну не всем нравится, ведь. Поставить. Ну, у всех, конечно, есть такой энтузиазм. Вот, такой. Может, вообще дополнительно не досмотрели? Ну, знаешь, вот каждому свое. Вот такой фильм. Это морковка черная. Зайку. Картину так и не дорисовал медведь. Я уже... А вот это моя картина. Я тоже, у меня тут больше мелких запчастей. А еще мы повешали гирлянду. Уже не попозже можно. Так сейчас-то не видно, там темно будет. Да, так-то осень, но у нас уже плавно переходит в Новый год. Ну да, 38 раз. Так у нас теперь подсветочка бегает, классненько. Да, и здесь шкафу. А ты показывала эту подсветочку? Да, всякие разные там переливаются. Вот. Пошло, пошло. Угу. Здесь просто белый фон. Ну иногда просто белый тоже хорошо. Завтра к нам тетя придет. Тетя Мотя. Да, котеночек? Ты рассказывал про тетю Мотю? Нет. Тетя Мотя завтра придет. К нам. Ну это так, не со зла, ну вот просто вот, в смысле, она не Мотя. Ну просто это так вот, по-детски тетя придет. Это будем... Чаепитие. У Салапы хвост будем документы заключать. Чаепитие приглашают. Что-то я не хочу. Не хочешь, я хочу. Да хватит уже, сколько можно.
освежитель для воздуха стоит. Пышкает. Тут все коты как эти взрошенные веганы. Это фиаско. Мы вышли на озеро наконец-то погулять. Спустя, наверное, месяц. Вот так нас снимают. Зайку не видно. Вот так нас снимать не надо. Че, как тебе? Хорошо. Хорошо. Здесь оставить я. Угу. Ты кинешь аж этой канатом. Меня на ручки и домой. О, у меня будто на ручки и домой. Хорошо, он сегодня на улице. Ай, хвост! Где? Мой. Хорошо, сегодня на улице. Ты хоть покажи, где ты гуляешь-то. А чё там темно? Ты сюда, до сюда, да хоть как-нибудь покажи. Покрутись вот там, проливай. Вот зайка. Я решила тут сфоткаться, блин. Такое качество, конечно, не очень красивое. А там темно. Там собачками гуляет. Сейчас пойдем. Как бы опять не замораться. Не-не-не, я обойду. Обойдешься? Да, давай. Не-не-не, обойдем сейчас. Че, ой. Мы пришли домой, сейчас Маковка помоется. Че помоется, она спит уже. В смысле? Спит уже ребенок. Лапы-то грязные, что дождь был. Все, ребенок спит. Надо помыть, ты там что? Там ковер грязный есть, ванна грязная. Сонечка, ты издеваешься, что ли? Нет, она спит туда. Кубочком грязная. Даже кубочком так завернут. Почему люди кубочком не спят? Было бы экономно. Может, некоторые спят, ты же не знаешь. В позе эмбриона спят, а кубочком нет. Чтоб так ноги с руками закручивали. Всем доброе утро. Привет. Кушаешь? Ага. Я тоже кушать буду. Мы прибрались, ждем тетю Мотю. Наготовили пироги. Пироги наготовили? Какие? Там. Я на штуке лежат. Где там еще готовишь, да? Угу. Тетя Мотя, ты с мамой приходишь? Ладно, будем приятного аппетита, будем кушать завтрак. Уже 10 часов мы еще не садились, не ели, я в 6 встал. Так что приятного аппетита всем. А ем я гречку и салатик. Вкусный-вкусный. Такой. Помидорки, огурцы, сметанка, укропчик. Все, к нам пришли. Мы подписали договор. И зайчики гладный телескоп принесли. Я заказываю. Заказывала. Вы такого когда-нибудь видели, я вообще первый раз только. Зайка-то никогда не была с СССРовской. Наверное, с СССР. Я зайке говорю, наверное, она старше тебя, наверное. Вот такая гладная доска. Тяжелая. Не которые сейчас такие легонькие, которые в руках можем нести. Ну, чё. Да каким-то чердаком воняет. Чердаком. Не знаю, что с ней делать. Пока она такая узкая. Мне кажется, вот которые сейчас буду, мне кажется, они даже шире. Да не такие же. Да не. Ну ладно. Тут дырка вообще, прикинь. Зайка распечатывает кладину на доску. Не получается. Тихо. Не порви. Это тебе не новая доска. Чих и все, без чехла, без всего. Тут бегать чехол СССРовский. Ты можешь чехол? Конечно. А ты может? Уверен? Я вот не уверена, что это чехол. Я думала, тут гадить уже надо. А, может быть. Так ты тогда не отвязывай. А подожди, дай посмотри, где-то чехол, кажется.
снимаю. Нет, это не чехол. Это было на нем гладить надо. Закин, смотрите. Мягонькая. Это прожгли, походу, кто-то оставил утюжок. Закин, не нравится. Смотри, вот доска, все вот это. А ты что думал, что другое? Доска гладильная. Ладно, мы сейчас ее отремонтируем. Чего? Они гладить даже не будут. В итоге зайка все равно гладит на досочке. Не нравится, но гладит. Расстроенная, конечно, но гладит потихоньку. Как гладится-то зайка? Смотрите, улыбается.